Я считаю, что задача сегодня мамы сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Мы не знаем, что будет завтра. Если у нас есть здравомыслие, значит, мы же должны будем, в общем-то, подготовить.